Я его не вижу, уже труп. Сука, а пулемет не пробивает. Справа дом. Уже отхватил. Блин, вот я тут только что все уничтожил, опять тут что-то появилось. А как? Вот так вот они и делают тут, ну. И сзади бывает появляется, мы тогда ходили. Только вроде проехали, но... Они сзади-то в борта. Держи, дружище. Ну, сейчас вот вроде все нормально. Вроде два убил. Да, все вроде. Пиздец, Володь, тут надо все быстро делать. А хули, Валера, на карту, а мне все хуяк, куда-то. Ну, понятное дело. Но другую позицию старайся искать. Сфинкс. Эти доты здесь все. Я, по крайней мере, не свечусь, не вижу. Я знаю, да, там этот. Вон он, уже лезет. Так, ну тут надо аккуратненько. Сейчас мы их слегонца подсветим. Ну что... Я их убиваю, да, но я вот где-то что-то вижу. Вот наверху. Дом, который перед нами, вроде там нету больше. Да, я эту поставил на гуслюх Абрамаса. Валера, прямо Абрамс. Надо бы вот ее добрать, я тогда там смогу высадить десант. Я попробую сейчас здесь высадить десант, чтобы он нам подсветил.
Так, ну вот 4 уничтожил. Других пока не вижу. Вот кто-то светит меня, не вижу кто. А, это в этом, в хибаре сидят опять. Не светит. Еще дот. Блин. Херачит, видишь? Ага. Вижу. Блять, как их засветить? Сейчас я к вам подъеду. Тут уже вон какой-то дядя светится. Так, ну вот вроде бы все доты, не все, не знаю. Нет, все есть. Вот эти огневые точки опять. Аккуратнее, сейчас будут круги на земле. Они уже уходите. Уже идут. Сейчас я его добью. Серега, аккуратнее. Вижу, тикаю. Успел. Заезжай, Валера, и сразу же налево и вниз. Вертолеты сбили. Сфинксов, блин. Собаки, а? Окружили. Готов. Ну, не успел я высадить десант нормально. Приехал.
Кружочки будут, да? Сейчас. Просто это нечто вообще. У нее ни угла склонения, ни угла, блять, это вообще ничего нет, никакого угла ничего. Она не поднимайте, не опускайте. Понятно. Но. Меня как Буратино, в прошлый раз за нас долбанули нахер на 500 лям. 1000.